как едет Василий, сын Буслаевич. Уж как едет и Василий, сын Буслаевич. На своем начерленоем корабличке, на своем начерленоем корабличке, на легком стружочке, на быстром нацадике, на легком стружочке, на быстром нацадике. Он по той-то по матушке по Волховой реке, он по той-то по матушке по Волховой реке. Подымался он на мачту середовую, подымался на мачту середовую. Доставал он свою трубу подзорную, доставал он свою трубу подзорную. Он узрел, он смотрел, и Вася труту. Он узрел, усмотрел Вася в крутую гору. Ай, крутую гору, да сорочинскую. Ай, крутую гору, да сорочинскую. На горе увидал Василий чуден крест. На горе увидал Василий, а он чуден крест. Кабы чуден от креста все евангельской, кабы чуден от креста все евангельской. Говорит о Василий, сын Буслаевич, говорит о Василиюшку, да сын Буслаевич. Ах, вы воец дружинушка хоробра, ах, вы воец дружинушка, да вы хоробрая. Ай, хоробра дружина заговорная, ай, хоробра дружина заговорная. Ах, вы 30 годовых добрых молодцев, ах, вы 30 удалых добрых молодцев. Забегайте в Галань корабельную, забегайте в Галань корабельную. Как в Атоле, в пристани Володиную, как в Атоле, в пристани Володиную. Опускайте паруса тонкие полотнины, опускайте парусы тонкие полотнины. По мечети твоя коре булатная, по мечети твоя коре булатная. Выкладете Господи кончумы на берег, выкладете Господи кончумы на берег. Уж мы выйдем к братцы на крутой берег, уж мы выйдем к братцы на крутой берег, мы пойдем к братцы на крутой, на крутой города сорочинскую. Уж мы чудному кресту Богу помог, уж мы чудному кресту Богу помолимся. Ай, по чудному кресту да по евангельску, ай, по чудному кресту да по евангельску. Мы положим положение все великое, ай, великое да мы лебе высяя подорожина не услышала, кабы 30 удалых добрых мол. Одному раз покоя. Подбегали к горе крутой на сорочинской, по чудному кресту на
набегали Бога ванько рогиную, как вот улево пристани володиную, опускали те парусы полонены, дометали твое я горе. Не до конца мы на берег, как бы вышел и Василий на крутой бережок, и пошел бы до Василия по крутой горы, по крутой славной горы до сороти. Как пошел бы Василий, как по Христу евангельску, помолился, исполнил и положение все, а нашел одну Василий у чудна Резета, удоволен Христа у евангельска, а нашел одну Василию, что сухую кость, ай, сухую он кость головоту чем. Он и с гростью голову да поколотил, он ведь пнул ей Василий правою ногой, сам у головы Василий ночи спрашивал, а не будет голова на тебе крепкая, если Роська ты голова, так я тебя. Неверно есть глава, так я тебе прокляну. Говорит мне голова на русским языком, русским голосом он надо человечеству. Не попинывай, Вася, меня сухую кость, а сухую леды кость голову на человеку. Был я молодец, и беда не в твою пору, не в твою ли пору, да не тебе, рубыня, как убила ведь меня сорочина долго полая, как этажу лечет, да белу была. Святой в Руси, не бывать во славною моновом городе, и не дать ли Василий своей матушке, а честной головы о нельфы Тимофей, не выной не ступать тебе звону колокол. Не слушать петья, житья церковного, я неверно глава, лежу на поле у руку, от того ли чудна креста евангельска, а тебе, кто Василий, Йогу зыла, не лечу, а лежать от креста на поправу. Чурается, он пнул ей Василий во второй раз, говорит он Василий, сын Буслаевич, а ты мой голова, да ты мне крепкая, тебе враг лемоти, да бесы говорит, ты себе не спала. Я себе не спала, да
Так вот пел, и такой напев, но он пел про Илью Муромца и Сокольника, а мы спели про Ваську Лысаря. Что мог? Ну что поделаем вообще? Программу выполнили, былину спели, песни попели, вот, обязательно сказки послушали. Ну,